Разноцветные кимоно в гостях у региона. В спортивном комплексе «Олимпия» открылись состязания по боевой технике. Именно так в переводе с китайского звучит название единоборства «Ушу». Множество разновидностей, техник, видов оружия. Участвуют больше 300 спортсменов из 8 регионов ЦФО. Виды и стили «Ушу» разделены на различные группы, соответствующие своей категории. И в одной группе могут быть разные виды традиционного, например, оружия, либо стилей направления ушу. Участвовать будут по всем существующим видам и направлениям ушу, которые в данный момент эти спортсмены знают. У нас единственное, что сегодня не проходит соревнования по ушу саньда. Гибкость, координация силы и, что немаловажно, целеустремленность. Эти качества делают настоящего спортсмена. Ушу не исключение. Наш регион на фоне соседей всегда показывает уверенные результаты. Ключевые соперники нашей сборной – ушуисты из Воронежа и Москвы. Кате 9 лет. Последние 2 года девочка занимается ушу. Уже есть первые успехи в региональных соревнованиях. Тренер делает ставку на девочку, говорит, у нее есть потенциал для побед. Им можно заниматься практически до пенсии. И он учится, как бороться с тенью. Вот хочет человек тебя убить, зайти. Ты поворачиваешься и защищаешься. Уже знаешь, как чего. Эти соревнования отборочные. Сегодня из 300 ушуистов отберут по 6 человек в каждый вид. Они составят костяк сборной ЦФО. Впереди у спортсменов еще несколько стартов. В марте победители отправятся на чемпионаты первенства по спортивному ушу в Москве, а еще через месяц также в столице состоятся состязания по традиционному ушу. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.